На борту атомного крейсера «Петр Великий» офицерам Северного флота вручили дипломы о профессиональной переподготовке. В торжественной церемонии приняла участие и губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Это уже второй выпуск офицеров, которые обучались в мурманском филиале Российской академии народных наук и государственной службы при президенте Российской Федерации. Переподготовка для них – отличная возможность найти себя на гражданке и не остаться за бортом жизни после увольнения в запас. Часть будущих офицеров запаса прошла стажировку в правительстве Мурманской области и исполнительных органах власти. Для вас, уважаемые офицеры, это новая возможность найти себя на гражданке. Именно поэтому правительство Мурманской области предоставило возможность многим из вас пройти стажировку в правительстве Мурманской области, в органах исполнительной власти. И мы надеемся, что те знания теоретические, которые вы получили здесь, и ваша готовность их реализовать, позволит сделать новый шаг по пути к новой карьере.